Йоу, народ, с вами Фибоначчи, и я решил начать прохождение очень необычной игры под названием Telling Lies. Суть игры заключается в том, что некая девушка, вот ее лицо можно в отражении видеть, она получила доступ к базе данных какой-то спецслужбы и решила просто ее изучать. Вот, в игре будут... показаны куча видеороликов каких-то неизвестных людей, которые снимали видеообращение на протяжении там последних 2 лет. Вот. И, естественно, нам надо будет сложить из этого историю и разгадать, собственно, загадку. Ну что ж, попробуем. Тут, как я почитал, куча всяких вариаций прохождений и так далее. Вот, поэтому, я думаю, будет интересно. Ну что, у нас есть рабочий стол. Это, в принципе, вся наша игра, да? Внешний диск. Так, поиск. Любить. Поиск. Так, ну вот, в принципе, 5 видео, да? Найдено 39 записей. Количество ограничено до 5. Я могу просматривать только 5 видео. Вот, и здесь, если я не ошибаюсь, будет всего 4 персонажа, про которых мы будем и складывать, собственно, историю. Так, у нас есть настройки. А, понятно, это настройки игры. Папочка. А, папочка, это вот внешний диск, вот это что? А, это, собственно, вот эта ерунда, наверное, ну-ка. Вернули. А, что, это... А где меню пуск, а? Меню пуск забыли, что ли? Так, время 12:00, у нас воскресенье, Wi-Fi работает. Карен, да? Карен зовут нашу героиню. И у нас 80% ноутбука батарейка. А, ну она, все, отлично. Адаптер подключен. Значит, будет заряжаться. Так, ну что ж, да, давайте приступим. Смотрю, тут можно и... Тут реально можно и в пасьянс поиграть. Но я этого делать не... А это что такое? А, не, я этого делать не буду. Ну, давайте, что ж, приступим к знакомству с нашими героями. Посмотрим видео. А как его посмотреть? А, не, не так, подождите. Да, люблю тебя. Пока. Том Харди сказал, что любит кого-то. Кому он отправлял это видео, это... 2017 год, а у нас какое число? Я знаю, что у нас только воскресенье. 10:00. 15 августа 2017 года. Так. Ладно, посмотрим дальше. Тоже 8 августа. Только в 7. В 7 вечера получается. Здесь в 10 вечера. Ладно, люблю тебя. Ага. Тоже любит. И чё, все меня будут любить? Опять Том Харди, кстати. Ты ведь так любишь рок-звезд? Я этого просто не понимаю. Ну, чё, ещё что-нибудь скажешь? Ага, воздушный поцелуй отослал.
Так, а где тут настройки-то? Настройки, наверное, музыки, да? Так, я вообще все немножко поубавлю. А то громкость среды клавиатуры. А то слишком как-то громко получается, лично мне. Так, это третье видео. Смотрим четвертое. Снова Том Харди. Я просто люблю разговаривать. В камеру смотреть не обязательно, можешь смотреть на меня. Мне понравились твои волосы и твои глаза. Нет, мне понравились твои волосы. И понравились твои глаза. Почему Белоснежка? Для работы? Я только что переехал и... Это секрет. Эй, ты что там печатаешь? Давай-ка говори. Не надо печатать. Ты что, экран такой пыльный? И камера пыльная у него. Зачем врать? Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Камтолк отвечает за связь. Все анонимно, так? Тут мы можем быть друг с другом честны. Это совсем не похоже на реальную жизнь. И у меня есть начальник. Ну, мне нравится разговаривать. Если захочу пошалить, то дам тебе знать. Конечно. Так, это видео закончилось. Это что, 7 минут, что ли, прошло? Да, ну не шло 7 минут. Так, получается, это значит не видео обращение, это реальное общение с кем-то, но я не слышу человека, который находится на другом конце, да? А, 3:20 шло видео. Так, 33 секунды. Давайте посмотрим последнее. Надо запомнить CamTalk, а я могу тут по-английски вообще печатать. CamTalk, что это такое? Он произнес это там. Давайте посмотрим, любите, с чем мы еще раз наберем, а то и потом забуду.
А, ну это то же самое, что он сейчас на... Так, начальник, да? Начальник. О. Там что-то будет горяченькое, походу. Ладно, посмотрим последнее видео категории «Любить». Блин, меня отражение на мониторе раздражает ее. Я как будто думаю, что это я. Думаю, что у меня с волосами. Хотя там девушка. Так, вот видео. Оно 33 секунды идет. Я особенно люблю цветные пластинки, но, честно говоря, мне и правда больше нравится ремикс Игги на «Подари мне опасность», чем оригинал, потому что в переиздании они исправили проблемы с громкостью. Звук более естественный, а вокал более аутентичный. Эй, ты чё разговорился-то? А сегодня я пошел на встречу в центре Жасмин, и... И она вспомнила меня, вспомнила, что я был в магазине дисков, она со мной поздоровалась, мы поговорили и съели парочку черствых печенек. Знаешь, а ты прав, мне все это и правда идет. Нет, если он так быстро будет болтать, я просто не успеваю читать за ним. Ну, это яркая деталь. Опа-на. Так. Том Харди. Ну, понятно, что это не Том Харди, но я его так буду называть. А мне надо их имена, наверное, как-то будет узнать. Так, это, в принципе, все, что было. Но тут он что-то слишком разговорился аж. Это уже... А, ну вот они по порядку. Да, подождите. 20-15, да? 15 августа он говорит, что любит... Потом что-то про начальника. Жасмин, там что-то Жасмин. Так. Поиск. А, вот уже там. Это надо все... Ну, и мне, если честно, хочется посмотреть сначала вот это вот. Там девушка какая-то яркая была. Так, а... Совпадений 2. Это то есть два разных видео. Одно полное, другое неполное. Или что? Ладно, ладно. Начальник тут ты. Ты придешь как-нибудь еще? Ты мне нравишься. Прощай, мой принц. Так, ну эта девушка определенно разговаривала не с ним. Давайте вот это посмотрим. С женами, с начальниками. Ты женат. Мы можем поговорить о таких вещах, какие жене не скажешь. Твоя сессия почти завершена, и мы даже не пошалили. Тебе нравится шалить? Ладно, ладно, начальник тут ты. Ты придешь как-нибудь еще? Ты мне нравишься. Так, а, понял, это полное видео теперь, да? Больше она, по-моему, ничего не скажет. Сейчас посмотрю. Прощай, мой принц. Да, и конец. Значит, вот здесь полная часть видео. 5:57. Два совпадений. Так, ну подождите. Он тоже говорил про пошалить. А что если набрать пошалить? Пошалить, да? О, еще одна. Так, он любил пошалить, а она любила пошалить, но... Он что-то, он больше как, я не знаю. Он сказал, у меня тоже есть начальник. Ну, в общем, что-то... О, какая плохая связь. Wi-Fi. Так, угадай мой пароль. Твой пароль. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неправильно. А, наверное, тогда... А где у меня русский или английский стоит? QWERTY. Нет. QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоже нет. Ну ладно.
Не угадаю. Тыквочки. Starbucks. Кто знает пароль от Старбакса? Никто не знает. Квартира 3. Я слышу, что вы там делаете. Фасткаст. Техроутер, да? Вечность. Айс Wi-Fi выключить? А я не могу его выключить. И все запаролены, да? Но вот эта связь плохая. Так. Батарейка зарядилась. Тут чё? Запрос позиций. О, кастл. Отключение. Что это? Вуаля! Вот вам частичный дамп ретины в неотредактированной версии. Все, что система выдает по вашему коду доступа, не знаю, все ли это, что вам нужно, поскольку часть данных могла быть удалена с использованием других кодов. Но кажется, эта информация полностью покрывает промежуток времени, который вас интересует, и парочку из действующих лиц я узнаю, так что понятно, почему вы так хотели все это получить. Когда вы используете загрузчик данных, жесткий диск будет стерт. Так что сделайте это до того, как вас арестуют. Но вы же знаете, что вас арестуют. Также не помешает сжечь, расплавить, стереть в порошок всю аппаратуру. Это меня предупреждают, да, что типа... А вот мне интересно, вот эта вот девушка, которая там на заднем плане, да, типа в отражении. Она реально вот просто сидела там. А если я вот буду играть в эту игру... Двое суток, да? Вот она реально вот двое суток сидела, ни слова не говоря, смотрела. Либо это там как повтор загружен какой-то. Это что? Это открыто, а это... Ретина. Отображение записи веб-камеры и целевой поиск. Это инструмент отчетности АНБ. АНБ. Какой-то безопасности. С помощью которого можно сопоставить... Так, ну понятно, тут что-то... Что-то типа это. Вводный курс. Джордж Вашингтон. Логика поисковых запросов. С этим я все разберусь. Примечания. Инструменты работы. Закладка. Так, чё? Ретина, инструмент второго поколения. Данные средства предназначены для передачи результатов расследования. Поставив видео на паузу, аналитик может нажать кнопку закладка и отметить определенное место видео, чтобы потом использовать этот момент в отчете. Но я же не отчет делаю, я же не агент. Я просто получил эти данные. Также сотрудник может щелкнуть, коснуться выбранного слова или слов в стенографии текста, отображенной на экране, а затем немедленно начать новый поиск в программе Retina по этим словам. О, ничего себе. Закладки, вон можно их там это... Так, а тогда... Подождите, сейчас попробуем. Пошалить. Вот он предлагал пошалить. Нет, мне надо лю... А чё сейчас? А, сейчас пошалить было, да? Любить. Любить, да? Вот тут вот. Я сейчас попробую сделать какую-нибудь закладку. Подождите. Цветные пластины. А, оу. Ну, честно говоря, мне и правда больше нравится. Так, ремикс. На, подари мне опасность, чем оригинал. Так. Закладочка, да? Добавлено. Отлично. Тут ничего интересного. И тут ничего интересного. Я пошел на встречу в центре Жасмин. Так. Ладно, Жасмин я запомню. Магазин дисков. Она вспомнила, что он был в магазине дисков. Так. Как назад перемотать? Перемотай на секунду назад. Ну-ка. Магазин дисков. Магазин дисков. Опачки. И она тоже. А это уже... Какая-то другая. Блин, да у меня тут... у меня, походу, с этой игрой так вся башка запутается, что жесть. Так, магазин дисков. Он говорил, это закладка. Это вот я важные видео буду отмечать. Да? О, да. Reissue...
Закладка сохраняется на том именно месте, где я нажал закладку, собственно. Их можно удалять, если что. Давайте посмотрим. 6 минут и 2 минуты. Ух ты, жесть. Ну, я даже не знаю эту девушку. Мне пока что больше хочется посмотреть вот... Вот на эту. 2-3 минуты почти. Ай, подождите, это не то, да? Не 3 минуты. Время... Ну, не знаю. Мы немного пошалим и расслабимся. Знаешь, ты ведь хочешь стать постоянным клиентом? Нам надо закрепить наши отношения, Дэйви. Дэйви. Дэйви, 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 мне надо заново включить. Так, отлично, на пробел можно... На пробел можно ставить паузу. Дэйви, Дэйви, если я забуду, то у меня это есть в закладках. Поехали дальше. А, все? Ну ладно. Дэйви через Э... Дэй, Дэйви. Кто такой или такая Дэйви? Жесть. Так, а не может ли быть, что она общалась с ней? Вот тут еще есть что-то. Я сейчас вот это смотрел, да? Давайте вот это посмотрим. Hi, Дэйви. Привет, Дэйви. Я думала, тебе не нравится это прозвище. Я получила твой подарок. Очень любезно с твоей стороны и неожиданно. Обычно мужчины дарят мне что-нибудь из моего списка, а тебе удалось меня удивить. Да. Подожди здесь. Ну и куда ты ушла? Чё, неужели она сейчас голая придет? Хотя нет, тогда бы игра бы была 18+, а вроде я ничего такого не видел. Но атмосфера такая здесь, в комнате у нее. А чё это за штука вот лежит на кровати? С синим шлангом. Опа. Это все парик. Рыжие зарабатывают лучше всех. Единственное из меньшинств, которые ставят более высокие расценки. Хорошее качество. Знаешь, если у тебя не сложится со шпионажем, ты можешь сделать карьеру в качестве стилиста. Как прошло дело с тем извращенцем? Теперь он кормит рыб. И я полагаю, что бы ты ни сделал, тебе это сошло с рук. Обещаю. Дело извращенца, да? Чё, это тоже в закладке? Да мне каждое видео в закладке получается надо добавлять. Так, ну мы узнали, что Дэйви это мужик. Потому что она там произнесла, как все мужчины. Ты не такой, как все мужчины, типа. Так, дело извращенца, да? Дело извращенца. Найдет что? Нет. А если извращенец? Извращенец. Ух, ничего себе сколько. О, так, что-то новое. Так, ну тут опять она. Блин, а как? А может мне каждое просмотренное видео тогда добавлять в закладки, чтобы не путаться между просмотренными и непросмотренными? Вот я, допустим, вот это опять. Ну, здесь она рыжая, да? Вот это я смотрел.
Копы обычно те еще извращенцы. Но я это сразу понимаю, я очень хороша в своей работе. Что? Ох, опять вопросы. Ты первый. Расскажи. Как так вышло, что ты занялся такой увлекательной работой? Да-да, конечно. Но я уверена, что здесь есть что-то еще. Ты не обычный коп. Когда ты решил, что хочешь именно этого? Могу поспорить, что ты был молод? Окей. Расскажи. Так, пока он там рассказывает, я буду все добавлять в закладки пока что, чтобы мне не путаться между просмотренными и непросмотренными. Поправляет волосы. Видимо, ей совсем не интересно, что он там болтает. Да нет, вот улыбнулась, наклонила голову. Делает вид, что слушает внимательно. Да может ей и нравится даже это? А может он там вовсе и не рассказывает, а делает что-то молча совсем? А? Да нет, ну походу рассказывает. Просто он, наверное, делает это там... С жестами, так все красиво. Интересно. Ну и чё, и долго он там будет рассказывать-то? Надо будет определенно мне найти это видео. Как-то может быть рассказ о молодости. Чё-то типа того. Задумалась, озадачилась, прикусила губу. И ты хотел быть этим парнем? Ага. Так, и походу он действительно все это время ей вешал лапшу на уши про свою молодость. И она его спросила, что... Ты хотел стать этим парнем, видимо, у него был какой-то кумир, какой-то, может быть, актер, звезда там, или персонаж фильма, кем он хотел стать. Надо будет просто найти это видео. И этот кумир явно был копом. No, что? Нет, правда? А ты хорош. Ну... Как ты знаешь, я родилась во Франции, в Париже. Мой отец был судьей, и у него было много власти. Когда я училась в школе, я спала с парнем, который был преступником. Родители были недовольны, боялись скандала. Поэтому отец отправил меня учиться в Америку. Тут я и встретила своего мужа. Он работал в банке и получал очень много денег. Но он плохо со мной обращался. Поэтому я рассказала властям о его махинациях с ценными бумагами. Я развелась с ним, пока он был в тюрьме. Но он... У меня не было ни денег, ни образования, так что... Это мир мужчин, Дэйви. Но пока я этим занимаюсь, мне платят. И я могу заставить мужчин исчезнуть, нажав на кнопку.
И это дорого стоит. Не все парни такие, как ты, Дэйви. Клянусь своим сердцем. Ух ты, смотри. Тут написано «Макс». Это был мой первый парень, преступник. Он сам сделал эту татуировку. Было очень больно. Ему было все равно, он и так знал, что я принадлежу ему. Ты мне не доверяешь? Ты станешь моим постоянным клиентом? Нет, надо просто заходить и оставлять большие чаевые. Эх, наглая какая. Пока. Красивая девушка. Так. Ну, здесь понятно. Дэйви у нас коп. Я не знаю, это все что ли записывать придется. Слишком много как-то новостей. И слишком много всяких ключевых слов. Так, понятно, она работает, то, что вот общается. Ну, я не знаю, она там шалит, не шалит. Так, что у нас еще выпало по извращенцу? Так, вот тут. Вот это я не смотрел. И это она же. Ну, давайте про нее тогда. И вот это... 17-й год, надо их... А их можно как-то расположить? Это март, здесь октябрь уже. Здесь февраль. То есть сначала было снято вот это центральное видео, потом вот это, а это уже после. Ну и давайте посмотрим, у нас сложится какая-то история. А я вас знаю, вам всем нравится быть извращенцами. Ну хватит уж себя наглаживать. Разлеглась такая. Лях какая, разлеглась. Я тебя знаю, Дэвид. Стопэ, уже Дэвид. Уже не Дэйви. А может, Дэйви это и есть Дэвид? Она просто его так ласково называла. Возможно, кстати. Но наберем потом Дэвид, посмотрим. Я о тебе думала. Дэвид с такой серьезной работой, на котором весь мир держится. Нет. Но тебе нравится, чтобы психотерапевт был в кружевах? Нет. И как ты попал на свою работу? Мне интересно. Оу. Так, пока я не забыл, добавим закладки, что просмотрено, да? Знаете, честно, честно скажу, что когда такая девушка тут на мониторе, не особо удобно читать эти субтитры, поэтому могу где-то запинаться. Ну, поехали дальше. Я мечтала стать космонавтом. Нет. И что, ты об этом и мечтал?
Я так и знала. Это твой фетиш. Тебе нравится задавать вопросы. Это не бесплатно. Ну, давай так. За имя 75. Она сейчас назовет свое имя, что ли? И было слышно, как это платеж пришел. Мишель. За 75 долларов она назвала свое имя Мишель. Да я бы и сам свое имя за 75 баксов назвал бы. Да и за 50 бы назвал бы. Приятно познакомиться, Дэвид. Что? Я не похожа на Мишель? Вот так. Вот так. И вот так. Ой, пробел случайно нажал. Это имя обозначает подарок от Бога. Нет, нет, хватит вопросов. Ты и так слишком много знаешь. Хорошо. Да, я буду рада. Так, видео закончилось. Дэвид, Мишель, посмотрим, что у нас по... Дэвид через Е пишется, Дэвид... Дэвид нету, а если через Э? А, так нельзя? Вот так если, Дэвид. Так, что получается, Дэвид, это Том Харди. Значит, Дэвид, он же Дэйви, и он общается с Мишель. Так, Мишель. Так, вот здесь он произносит имя. Так, ну, слишком много... У меня все в башке уже перепуталось, да, что надо посмотреть. Поэтому, ребята, я думаю, для первой серии пока что хватит. Продолжим уже следующий. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Фибоначчи, и пока-пока.